Лиза. Никита. Так, ну и груша. Что? Все. Да, тут неплохо получается. Спасибо за помощь. Няньки сидят. Не страшно коляску оставить. Собака, наверное, такой еды и в жизни не ел. Друг, тебе реально повезло? Держи. Так, нельзя! Нельзя! Фу! Лай ко мне! Ах ты, сучок! Ах ты, блин, подлец! Ладно, ко мне! Вот так вот. Что ты сразу глаза свои прячешь? Смотри сюда, на меня смотри. Зашел подкинуть в котел дров. Обратил внимание вот на эти вот следы на полу. Нюша начинает делать гнездо. Эту солому я не убирал специально, чтобы она тут могла так покомфортнее себя чувствовать. Завтра придется ехать в город. Ну, у меня по другому поводу запланирована поездка в город вместе с Алиной и с Евой. И я по планам тогда еще заеду к отцу, у него там есть солома, возьму мешки, затусую солому в мешки, привезу мешков 5 соломы Нюши, чтобы ей было комфортнее. Вовремя я подсуетился с этими щитами. Она такая, пузяк у нее уже такой ладный-ладный. Я ей подсыпал комбикорма хорошего с большим содержанием белка. Интересно, сколько у тебя будет поросят в этот раз, второй раз. Посмотрим. У Антохи Пеппа от Рафа принесла 8 голов. Нюша первый раз 7. Посмотрим, сколько раз второй будет. Ну, она такая красивая, очень красивая свинья. Такая шерсть у нее лоснящаяся. Посылка себе от отца Владимира. Чтобы спать мягче было. Чтобы поросятам гнездо сделала хорошее. Привез 5 мешков соломы, как и говорил, потому что ей вот-вот проситься. Она вообще у меня по графику, тихо, с 1 по 10, февраля должна проситься. Почему так? Почему такие промежутки? Потому что когда я ее к Рафу поставил, я не понимал, когда у Рафа с Нюшей произошел контакт. Поэтому взял Кириллу 10 дней.
Утро на хуторе 3 февраля. Всю ночь шел снег, пускай немного, но так или иначе, опять все в других красках. Давайте выпускать собак. Всем салют, всем добрым людям двойное доброе добро. Отвечу на пару вопросов со старта сразу. По поводу Миры. Почему у нее нету вот этого вот конуса, либо, как называют, попоны такого набалдажника, который тряпичкой вешается. Мира себя чувствует хорошо. Она в первый день, ей одел вот этот вот колпак. И она не стала, скажем так, себя как-то подозрительно в нем вести. Я его снял. Она не начала лизать, разлизывать эту рану. Поэтому у нее там косметический шов. Все хорошо, чувствует себя замечательно. Поэтому сразу находится в общей стае. Собака деревенская. Здоровье позволяет себя так вести. Поэтому с ней все хорошо. По планам сегодня почистить у свиней. Хочу повесить фотоловушку. Пойду посмотрю подходящее дерево. Либо место, под которое можно будет насыпать кормовую соль. Лизунец. У нас там где-то есть, мы брали. Надо еще найти. В общем, погода изменилась. Идет снег, ветер. В сарай еще не заходил. Пойдемте вместе посмотрим, в каком состоянии Нюша. Черныш, кстати, уже там заливается, охраняет сарай. Да? Ну, ты красавица моя, ты хорошая. В общем, всем приятного просмотра. А я иду трудиться. Да, ты хорошая собака, мам. Пошли, пошли. А, Лать, ты меня сегодня чуть не сбила. Я бы даже сказал, сбила. А ты не прыгай, не прыгай. Черныш, Черныш, красавец мой. Ой, да, 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 да. Все, так, 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 так. Ты не перегибай, дорогой. Не перегибай. Нюха. Гнездо себе тут сделала. О, позевахи, да? Позевахи. Многодетная. Mm-hmm.
Сегодня у вас, ребятушки, уборка. Ничего, с опилкой это делать намного комфортнее. Красавчики. Ириска, вставай, 45 секунд подъем. Пуля. Пуля, дура, штык, молодец, да? Отсылка на фильм. Кто знает, тот поймет. Красавчики. Нюра, Нюра, Нюра. Сейчас будем есть. Только не надо, не начинай орать. Я знаю, как ты это умеешь делать. Не надо. Подожди, подожди. Подожди. Да, 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 да. Мать. Сердечком почти высевшим. Самый маленький кабан в сарае. Боря. 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 Боря молодец. Кабан, правда, я вам так хочу сказать, он такой... Неженка такая. Вот иногда бывает в сарае, с утра ему так прохладно. Он лежит так, копыта под себя прижимает, да? Давай я тебя почешу. Покажи всем, как ты вытягиваться умеешь, давай. Так, Черныш, ты только кабану туда не сунь. Не надо целоваться с кабаном, хорошо, Черныш? Ну, 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 все, 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 все. Так, будешь меня сильно кусать, я тебя гладить не буду. Не буду тебя трогать, если меня будешь кусать сильно. Молодец, ты хороший. Ты охраняешь сарай, ты хороший. Вчера закрывал фрамуги в сарае, выходил из него и ходил, они закрываются снаружи. Так он лаял так добротно на весь сарай, молодец. Охранное качество у собаки такие. То есть он не без ума лает, а именно тогда, когда этого требует ситуация. Да? Чернышевский. Ты молодец. Ты молодец. По поводу Черныша. Поедем, повезем его на следующей неделе. Надо будет сделать снимки. И завести его к врачу, который оперировал. Чтобы врач по снимкам мог точно сказать... дальнейшую судьбу по его ногам, по его лапам. Как ему дальше быть? Так. Что у нас по комбикорму? Надо подсыпать. Нюха. Нюха. Когда проситься будешь? А? Когда будешь проситься? Скажи, как только, так сразу, да? Не трогай меня. Ну да, гнездо у нее здесь такое царское. Мать! Добилак, миролаки, ко мне! Лайк, Добби. Лаки. Мира. Где были? Ну, вы молодцы. Я вот смотрю по собакам. Собаки буквально еще, может, недели две назад Лаки их всех сводила. Лаки бегала гулять, и они за ней. Ну, Лаки тут, понятно, лидер в этой, так сказать, кодле шерстяной. А в последнее время Лаки не убегает. Вот даже хватало мне время, точнее им хватало время, чтобы я зашел в сарай. Пока растапливаю печку, собаки уже все, метров за 200, за 300 от хутора. Сейчас такого нету. Сейчас они вот в районе там 20-30 метров от хутора
трутся, и меня это устраивает. Почему сейчас так, не знаю. Может быть, какую-то опасность чувствуют. Может быть, Лаки надоело гулять. Хотя вот видите, куда она побежала? Побежала Лаки. Камни! Лаки, камни! Лаки, камни! Камни! Лаки, камни! На! Молодец, молодец. Давай, Мира. Я тебе дам. И тебе, Добби. Все, все молодцы. Все молодцы. Ну и тебе давай уже, Чернышевский. Ты ж за компанию, правильно? Молодец. Собака, собака. Преданная собака, да? Многие пишут, что я снимаю только про собак. Ребята, я снимаю то, что меня окружает. На сегодняшний день Алина в кадры попадать так, как часто попадала раньше, не может. Причина, она, ну, всем понятная. Блин, Черныш, больно. Поэтому нас окружает жизнь вот такого плана. Мы ее снимаем. Кому интересно, тот смотрит. Кому не интересно, ну, ребята, не смотрит. Не смотрим, да? Нюха, ну что ты тут с Чернышом целоваться будешь? Вы просили показать курей? Показываю. Куры живут пока вот так. Несутся. Вот у нас, пожалуйста, 4 яичка нужно собрать. Поилка, кормушка. Тут я им подсыпаю залу с печки. Куры себя чувствуют замечательно. Но пока живут вот в таких условиях. Других условий я им пока предоставить не могу. Но куры несутся, 3 курицы 3 раза в сутки несется, точнее, 3 курицы 3 яйца в сутки. Поэтому с питанием проблем нет. Значит, условия содержания хорошие, если куры несутся раз в сутки. Правильно, Петя? Петя. Ну давай прокукарекай нам, а? Петрович, давай. Прошу, пани. Нет? Ну что вы, а? Гвардия. 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 Все, 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 все. Бобриный хвост. Хвост бобра, Лаки. Хвост бобра. Злая к Добби нельзя. Добби нельзя! Добби! Чернышевский, дай-ка мне пройти. Отвечу на вопрос по поводу
по поводу собак, почему они не... Ну, как сказать, отдельных личностей интересует, почему собаки не перечпокались, если так можно выразиться. Когда у Лаки была течка, этот вопрос держался на контроле. И Добби с Лайком к ней не подходили, они жили раздельно. У Миры течки еще не было, мы ее стерилизовали до... Как это будет выглядеть в дальнейшем, объясню. У собаки течка два раза в год. И на девятый день начинается активная фаза, то есть тогда, когда она может уже ну, скажем так, забеременеть. Эти все моменты будут контролироваться. К этому времени у нас уже будет вольер. И на момент регулов, так если можно выразиться, собака будет в вольере. Кобели ее трогать не будут. Поэтому не переживайте, все нормально, все под контролем. Просто, судя по всему, кому-то очень хотелось, чтобы эти собаки, ну, перечпокались. Не будет такого, все у нас под контролем, все строго. Никто тут на самотек ничего не пускает. Так. Лаки стерилизовать мы не будем, потому что Лаки породистая собака, и она покупалась для дальнейшего разведения. Заниматься мы разведением породистых собак таких не планируем. Для себя возможно. Не более того. В будущем по планам на хуторе иметь еще два лабая. Еще одну сучку, еще одного кобеля. Потому что территория огромная, и... Дальше будут другие сельхозживотные, которые будут выпасаться на территории хутора. И этих животных нужно контролировать. И контролировать их будут алабаи. Плюс дополнительные звонки в виде вот этих найденышей и черныша. Но алабаи — это тяжелая артиллерия, это основные собаки в будущем, которые должны быть на хуторе, они и будут. Как я говорю, лучше кормить собак, чем волков. Черныш, аккуратно. Сейчас начнется. Нюра, начинай песни. Давай. Нюрка, начинай. О, как ты умеешь. Да, именно так. Давай. О, выходишь на ультразвук. Давай. Давай про.
пройдем по низким частотам. Давай, 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 давай. Она когда начинает орать, черныш заходится, прям завывает здесь. Да, черныш? Распишитесь. Не спрашивайте, почему мешаю именно так. Двух мешков потом перемешиваю. У меня тут свои пропорции. Ну, точнее, пропорции-то вы можете увидеть, но секреты тут у меня свои есть. Да, Чернышевский, скажи, а я никому твои секреты не расскажу. Давай мы с тобой подружимся сначала, а потом я начну тебя убирать. Все, все, хорошо. Молодец. Молодец. Раф, тот кабан, у которого убираю, реже всего в сарае. Почему так? Потому что, во-первых, это не просто свинья, это дикая. И к нему нужно иметь подход. У него свой нрав. Многие пишут, когда я к нему захожу: Никита, подумай о будущем. Я все это прекрасно понимаю и все осознаю. Поэтому чищу у него редко. Это первый момент. Второй момент. У него очень густая шерсть, очень густой подшерсток. И когда я ему насыпаю там либо раньше солому, либо сейчас опилку, он сюда не ложится. Он ложится в свои какахи, потому что ему в сарае жарко. И плюс третий фактор, он стал немножко агрессивнее. Почему? Я думаю, связано это с тем, что в сарае находится еще раз один кабан, два, ему здесь тесно, это не свежий воздух, и ну, ему что-то здесь не нравится. Поэтому вот на основании этих факторов я у него чищу редко. Но так или иначе, он загаживается, и это все нужно убирать. Давай. Мы же с тобой дружим, да? Ты же не будешь
кидаться на меня. По антропометрическим показателям похожка такого, как зубр, бизон, буйвол, он такой, задница маленькая, а плечи такие накачанные, мощные, такой красивый у него экстерьер, да, Раф, скажи, красивый, красивый, давай убирайся повыше, мне позвони с загоном. Так, ну-ка. Тихо, дружище бобер. Что? Все. Сейчас зачищу, ухожу, подожди. Молодец. У вас сегодня по графику рубец. Сейчас будем кушать. Лакомство, за которое собаки сидеть. Молодец. Так, лайк. Мира. Лаки. Добби. Держи. Так, нельзя. Фу, лай ко мне, ах ты сучок, ах ты, блин, подлец. Ладно, ко мне. Ну? И? Что это за поведение, спрашиваю? Как это называется? Как это называется, лайк? Всем по куску, а тебе два, да? Самый голодный? Твое поведение в последнее время, я смотрю, вообще зашкаливает. Что это такое? Значит, сейчас все будут кушать мясо, а ты будешь наказан, понятно? Дойдет до тебя такой образ наказания или нет? Это мы посмотрим. Что ты сразу глаза свои прячешь? Смотри сюда. На меня смотри.
Вижу косяк в твоих глазах, Лайк. Вижу. Вижу, признаешь ошибку. Кто бы что ни говорил, но у собаки интеллект присутствует, да? Лайк. Плохо быть наказанным, да? Плохо быть. А знаешь, за что наказывают? Не за то, что ты сделал, а за то, что тебя поймали. Понимаешь? А ты это сделал наглым образом у меня из рук. Наглейшим образом. И... Лайк. Мою позицию на хуторе все знают. Все знают. Обижайся сам на себя. Сейчас все кушают мясо. Вкусное. Вкусное мясо кушают. С рыбной мукой. Залитая теплой водичкой. А ты довольствуешься тем, что съел. А рубец за еду не идет. Понятно, да? Понятно? И обижаешься ты на себя. Не на меня, а на себя. А еще раз я такое поведение от тебя увижу, я тебя буду наказывать по-другому. Но почему-то из всех четверых собак, даже из пяти уже, ведешь себя нагло именно ты. Вопрос почему? Воспитываетесь вы все одинаково. Все одинаково. Розетку ты погрыз. Рубец ты у меня из рук выхватываешь. Чужой, не свой. Ладно б ты его не ел, но ты уже съел. И выхватываешь другой. Поэтому делаем выводы. А дальше я наблюдаю за твоим поведением. Понятно? Свободен. Что нужно сделать? Что? Пожалеть? Лайк, позиция принципиальная. Жалеть я тебя не буду. Я хочу, чтобы ты полежал, посидел, постоял. Что ты тут будешь делать? И сделай выводы. Понял меня, да? Ты уже самостоятельная взрослая собака. Шило в задницу у тебя, знаю, есть. Но оно имеет место быть там, где оно имеет место быть. Но не в данном случае, понятно? Все понятно? Я только что из-за своего, ну, как это правильно сказать, можно я назову это раздолбайством, проморгал для вас такие сочные кадры от нашего дома. Река находится на расстоянии где-то метров 250. И я подхожу к дому, к крыльцу, ходил за водой. Алина как раз выносила Евушку, клала в колясочку, пошла гулять с ней. А за рекой, прямо вот на берегу, стоит лось. Да такой как бы не маленький лось. И он хотел переходить через реку. Там есть брод, там глубина где-то может метр максимум. Сейчас, тем более, она чуть-чуть поднялась вода. И я побежал за камерой, не на, за той, на которую снимаю постоянно, а за другой. А там села батарея. И это косяк. Это косяк. Непростительный для меня, потому что... Мне бы очень хотелось вам такие кадры показать. Ну, сейчас я покормлю. Точнее, даже не покормлю, а приготовлю еду для собак. Собаки пошли с Алиной. А когда она придет, я не знаю. Я думаю, в течение часа. Я пока за это время свиньям загоны опилки насыплю, кое-кого там еще уберу. А потом вместе с вами... Мы сходим
по местным окрестностям погуляем. Хотя сегодня погода такая ветреная, а у нас микрофона на камере нету. Он поломался. Нам за него отдали деньги. Но до сих пор новый не прислали. Поэтому качество звука где-то, когда дует ветер, подхрамывать будет. Где-то будет сдувать микрофон. Но пока так. Так вот. Я хочу установить фотоловушку. И где-нибудь напротив этой фотоловушки еще нужно найти подходящее место. Насыпать соль, лизунец. Но ее нужно грамотно насыпать, потому что если она будет лежать просто в снегу, ну понятно, животные ее не найдут, копытное. В общем, нужно что-то думать с этим. Ну, я тут в процессе подумаю, как это правильно сделать. А вообще, в дальнейшем, вы пишете, это правильно, нужно установить фотоловушку и сделать прям такое благоустроенное место для кормления подкормки животных. Реально, это очень интересная идея, кадры будут сочные. Потому что копытных животных здесь очень много. Лось, олень, косули. Этого хватает. Так что нужно этим вопросом заняться. Так, лайк у нас сегодня. Мясо не ест. Это позиция принципиальная. Вечером я покормлю собак сухим кормом. А вот Алина уже обратно идет. Алина, тяжело гулять? Устала? Буксуешь? Включай полный привод. Никого не видела? Никого не видела? Ну это понятно. Следы есть? Ну, значит, стоит зверь. Отлеживается где-то в такую погоду. Ладно, хорошо. Ты еще будешь гулять? Ты еще будешь гулять? Я понял. Будешь подниматься в гору, смотри аккуратно, скользко. Ну шо, лайк, приятно? Мира себя так же чувствовала. Поэтому все едят вкуснятину. А ты нет. Мне его жалко. Жалко у пчелки. Потому что это мой любимчик. Я так понимаю, лайк любимчик многих. Ну да. Она так хотела стартануть, что аж подскользнулась. Девушка спит. Ну чего ты ждешь? Можно. Дрессура. Чернышевский. Пошли, пошли кушать мясо. Пойдем, 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 пойдем. Черныш уже начал поправляться, такой уже стал крепышок. Вот он ногу тянет заднюю, вот так вот вытягивает. Он ее сам разрабатывает. Тоже вот ответ на комментарии, что у него будет с ногой, надо массировать. Он сам так делает, сам вытягивает, значит, у него лучше работает. Черныш, ко мне, пошли. Ко мне, дорогой. Массаж отменяется? Вот. Давай, потяни немножко, потяни. Оп, молодец. Кто отменяется? Массаж. Массаж? Ага. За субботник отменяется, у Ленина украли выдувную воду. Мы друг другу массаж сделать не можем. Заходи, друг, давай, давай. Собака, наверное, такой еды и в жизни не ел. Друг, тебе реально повезло.
расклад опилок. Там такой аромат приятный. Что? Аромат приятный. Ну, конечно, лесом пахнет. Там я вчера звонил. Парни сказали, еще мешков 25 насобирали. Надо вот сегодня вот это повысыпать. Ну, не все, а какую-то часть разгрузить. И, возможно, завтра съездить, забрать то, что там есть. Потому что тут принцип такой, дают — бери. Давай лучше в понедельник. А? Давай лучше в понедельник. Еще раз? В понедельник лучше съездим. Почему в понедельник? Потому что нам нужно документы везти. Я понимаю, мол, в прицепе нету этих. Я ж не смогу с прицепом кататься. Так мы его там оставим. На обратном пути заберем. В чем проблема? Ну, либо так, да. Либо так. Так, сколько мешков? Раз, два, три, восемь. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Давно ты в этом сарае не была, да? А когда они успели так вырасти? Все такие гиганты. На днях, а то и раньше. Правда, такие страшненькие стали. В детстве красивые были, миленькие, а уже такие. Какие? Подростки. На Борю похожи. Это даже дети Бори. Ну, вот Черныш вышел. Привет. Привет. Черныш уже, наверное, все поел. Собачьих. Ангелины сердечко снялось. Ага. Тоже кусают. Ну это хорошо. Руки лежат и кусают. Хороший пёсик. Да. Надо Ангелине сердечко обновить. Что? Ангелине сердечко. А, Анфиса. Нифига, это её тут поцарапали, да? Где? Ну там Боря на неё ёрзал. Ну да, и вот здесь вот. Она точно так... теперь-то вот? Теперь точно, да. Ого. Боря сделал дело, гуляй смело, пошли, да? Пошли к Рафу сходим, я его давно не видела. К Рафу? Да. Привет, Равиоли. Как дела? Побоксируем? Никита. Он без тебя прекрасно боксирует. Я понимаю. Надо осыпать ему. Привет, Рафик. А ты не балуйся с ним. Никита. Ты ему не нравишься. Я знаю. Раф. Красавчик. Он сам прекрасно рассыпает. Я понимаю, что он прекрасно рассыпает. Рафик. Да, тут и неплохо получается. Спасибо за помощь. А ему попало там куда-то, видишь, трется лапкой. Как котик. Близко. Никита. Рафа, у меня есть груша. Скормишь. Никита. Я понимаю, Алиночка. Ну что ты понимаешь? Вылазь давай. Никита. Вылазь. Не зли меня. Рифом спорола. Ну так вот, ты понимаешь, что может быть то же самое?
с опилкой, с применением опилки. Уборка сарая вообще в сказку превратилась очень легко. У нас есть кабанчик черно-пестрый. Это получается Нюры, ну так сказать, сын. Он хрячок, он не кастрированный. Он когда подрастет, я им хочу покрывать. Вот этих четырех свинок. И из этого помета я хочу оставить, из этого опороса, хочу оставить три свинки тоже покрыть этим хрячком. Так вот, давайте этому хрячку чернопестрому придумаем какую-нибудь кличку. Подумаем все вместе. Мне пока никаких вариантов на ум не приходит. Потому что он будет тоже производитель. И будет жить у нас на хуторе долго. Опа! Хотел поймать. Неуловимый Джо. Вот так вот. В Беларуси работают коммунальные службы. Прошло часов 9, пускай 10, после того, как испортилось состояние дороги. За полсуток в отдаленной деревне, в которой живет 3 человека, дорога как взлетная полоса. Сейчас можно будет спокойно ездить, спокойно гулять с ребенком, с коляской ходить. Покажу вам порядочность водителя коммунальных служб. Почистил возле дома дорогу, такую площадочку расчистил и уехал обратно.
Вот такой подход мне нравится. А бывает так, что приедет водитель, развернется и просто уедет. Ну что тут сказать? Красавчик. Вот этот вот отвал я сейчас почищу лопатой, и все будет хорошо. Ну и после пойду с вами делать солонец. Я, в принципе, придумал, где его сделать, как его сделать. Есть подходящая осина. Все будет грамотно перепутано. Сейчас почищу снег и пойдем. Ну все, пойдемте делать солонец. Лаки, давай, ты идешь с нами. Сидеть. Иди. Молодец. Гулять, Лаки, гулять. Гулять. Осину это уже потихонечку грызет лось. Я сейчас сделаю там такой пропил. Ну, в общем, сделаю все как положено. Осина это лежит метров, может, ну сколько тут? Метров, может, 150-200 от хутора, от дома. Я ее хотел попилить, но уже сделаю это попозже, думаю, весной. Она вот когда падала, сорвала провода нам. В любом случае, по весне эту всю территорию придется чистить, так как она уже наша. Расчистку делать, таких кустарники, в общем, удалять. Дикорастущие какие-то, сливы, яблони, все это надо будет аккуратненько, грамотно почищать. Ну что, приступим.
Движение здесь животных очень такое активное. Поэтому они его найдут. Ну, что, друзья, на этом, наверное, ролик подойдет к концу. Сейчас пойду домой. Хочу пожмякать Евушку, пообнимать Алину. Вам спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за подписку. Повторяюсь, она бесплатная. Не стесняйтесь, подписывайтесь, комментируйте. Всех вам благ, всего самого хорошего. Всем пока, до встречи. Иди сюда! Иди сюда! Эй! Слышь меня, хорошо! Иди сюда! Лаки! Ты меня не узнала? Лаки, ко мне! Ко мне! Лаки, ко мне! Ко мне! Лаки! Иди ко мне! Лаки, ко мне! Ко мне, красавица! Ты моя собака! Ты моя собака. Да, 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 да. Молодец, молодец, молодец. Все, отработала. И Добби тут на поддержке, да, у тебя? Да. Отработали, отработали. Молодцы. Молодцы. А я думал, вы убежали. Молодцы. Молодцы. Добби, преданный ты мой. Лахи, ты молодец. Ты молодец, собака. Покажи-ка нам зубы свои. Покажи-ка. Покажи-ка. Ух ты какая.